я, Владимир Почевалов. Татьяна Шестакова, моя невеста. Таню я увидел в первый учебный день второго курса медакадемии. Я зашел в лекционный зал и сразу увидел ее. Она была необычна, ее было видно. Она улыбалась, сияла, была самой красивой. Когда я впервые увидел Таню, я сразу понял, что она именно тот человек, о котором я мечтал. Познакомились мы спустя, наверное, полгода. Мы вместе уже почти 7 лет. Я хочу создать семью с этой девушкой. Познакомились 1 сентября на первом курсе, когда учились. Вова меня увидел в лекционном зале, сразу решил, что я буду его женой. Он ко мне подошел, мы так поближе познакомились, обменялись телефонами, а потом мы так вот и дальше стали встречаться. Для меня он лучший, единственный, любимый, самый-самый. Я думаю, что он будет очень любящим папой. Он любит вообще детей, очень любит играть с детьми. Ему это нравится. Да, меня это не привлекало I don't know where it is, I don't know.